Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гривенчук. У Дніпрі до Дня пам'яті померлих від СНІДу проведуть акцію «Вбивають не лише постріли». Сьогодні в наших гостях Володимир Логоша, соціальний працівник громадської організації «Синергія душ», та Анна Ларченкова, соціальна працівниця цієї ж організації. Я вас вітаю. Пані Анна, почнемо з вас. Вам слово. Ми хотіли би обратитися до громадян Дніпра, и переселенцам, и тем, которые планируют ехать дальше, транзитным переселенцам, те, которые поселились у нас в городе. Мы хотим еще раз повторить о том, что ВИЧ-инфекция, она купируется благодаря непрерывности лечения, благодаря тому, что вы принимаете АРТ постоянно. Ни в коем случае нельзя прерывать лечение. Мы работаем в полной мере, мы работаем. На сайтах есть наши номера телефонов. Мы выдаем препараты АРТ всем людям со всей Украины в городском центре СПИДа на улице Канатная, 17, это территория 21-й городской больницы. Мы очень просим, чтобы вы приходили, звонили, получали препарат и принимали его дальше. Для того, чтобы у нас после войны, после нашей победы не было потом других проблем, таких как большой-пребольшой проблемы с ВИЧ-инфекцией. Я правильно розумію, тобто зараз так ті, хто мають ВІЧ-інфекцію, вони трохи почали нехтувати і не отримують ліки? Да, в связи с тем, что там, где идут боевые действия, активные боевые действия, люди переселяются, люди выезжают оттуда, переезжают в другие города, и им, скажем так, не до своего здоровья. Многие такие, которым не до своего здоровья, и они прекращают АРТ-терапию. Многие не знают, что они уехали в другой город, и что в нашем городе они могут получить этот препарат. То есть они приходят, и им выдают с любого города сейчас все, с любого города мы выдаем препарат у себя в городе. Пане Володимир, вам слово. Хочу сказать еще раз, рассказать о том, что на сегодняшний день ВИЧ-инфекция – это не приговор, это просто хроническое заболевание. Оно купируется в организме, к сожалению, на сегодняшний день победить пока не удается этот вирус, но купировать его, то есть не дать больше размножаться в организме человека, это все делается со 100% вероятностью антиретровирусной терапии. Единственное, что она подразумевает, это неукоснительное каждодневное принятие ее в одно и то же время и своевременное медицинское обследование. Касаемо населения общих групп, рекомендации все-таки остаются. Это тестирование каждые полгода. Для человека, для того, чтобы беспокоиться о своем здоровье, нужно чаще тестироваться, потому что на сегодняшний день из заболевания уязвимых групп данный вид инфекции перешел в бытовой разрез. Это половой путь передачи, это бытовой путь передачи, поэтому, общему населению тоже необходимо тестироваться. Поэтому мы периодически проводим акции, приуроченные там каким-то датам, и совершенно бесплатно тестируем людей и даем квалифицированную консультацию. Давайте тоді анонсуємо власне акцію, та яка буде так найближчим часом, вже з неділі. Чи ви, пані Анна, это, мабуть, ви тоді анонсуєте? Акція заключається в том, що ми будемо тестувати людей. Це буде в нашому офісі на Владимира Антоновича 103/3 і на території 21-ї городської больниці Канатная, 17. Там теж у нас є кабінет. Также будем выдавать презервативы, консультации и ждем всех. Акция будет с 16 по 26 число. По 21. По 21. И вне рамках акции мы тоже работаем, мы также самотестируем, также самоконсультируем, и мы все на месте, и все готовы работать. Пане Володимир, акцію назвали «Вбивають не лише постріли». Чому саме так? Дело в тому, що в умовах війни, як говорила Анна,
уязвимые группы, они, как правило, получают меньше внимания. Вследствие этого они отрываются от терапии, многие не имеют возможности получать ее чисто физически, потому что, находясь просто в оккупации, находясь далеко от пункта, где можно получить антиретровирусную терапию. На сегодняшний день в нашем городе, в области, любой человек, приехавший из любой точки Украины, может по упрощенной форме получить именно ту схему терапии, которая ему прописана, совершенно бесплатно и в удобное для него время. Больше того, мы, наша организация доставляет медикаменты непосредственно людям, которые не могут приехать, лежачим больным, либо находящимся в лечебных учреждениях. Непосредственно соцработники доставляют адрес на лекарства. Як взагалі зараз діє громадська організація на третьому місяці війни, ну, окрім доставки ліків? Ми працюємо в тому ж режимі, в якому ми працювали. Ну, як-то перестроїлись, уже за три місяці мозолі набились. Я маю в виду касаемо всіх цих звістей і боязні того, що це нещастя може прийти на нашу землю. Поэтому, ну, мы работаем и в том же режиме, плюс дополнительно нагрузка, никто не откажет никакому человеку, который приехал из другого города, из другого региона. Понятно. У каком стане наразі підопічні? Смотря какие. Ну, я, скоріш, да, хочу запитати про так психологічну точку зору. Ну, ВІЛ інфіковані. В основному вони напугані. Вони бояться, що вдруг вот розгромлят там все, і як ми будемо потім отримати. Ну, ми успокаиваем, все буде нормально, ми победимо, і все буде добре. Вот. Ну, переселенцы, они, конечно, вообще с ними тяжело из-за того, что они боятся, они зашуганы, как бы. Была история, девочка, меня тетя Аня называет, и она настолько сильно боялась, они лишились дома, у нее маленький ребенок, и для них это так, они говорят, мы вообще так, нам так приятно, что с нами тепло здесь, ну, к нам тепло относится, говорит, мы пока выехали, мы отвыкли от доброго слова, скажем так, они с малышом там долго выбирались из Изюма, поэтому... Ну, да, мы стараемся всех обогреть, стараемся всем объяснить, что все будет все-таки хорошо, мы верим в нашу победу, верим в наше ЗСУ и будем верить дальше. Можете, будь ласка, розповісти, яка процедура отримання ліків, які потрібні для цього документи, чи, можливо, довідки, діагнози? Документ, любой документ, который удостоверяет твою личность, паспорт, ДІЯ, что-нибудь, что может, как бы, вашу личность удостоверить, вы приходите в городской центр СПИДа, на входе стоит парень или девушка с планшеткой, вы говорите, что вы переселенец, и объясняете, вот я переселенец, я хочу получить препарат. Вас молодой человек или девушка берут за руку, проводят к доктору, и доктор вам уже все объясняет дальше. Чи проводится тестование? Проводится. Ну, как бы, если человек не ВИЧ-инфицированный и хочет протестироваться, то да, конечно. А если человек стоит на учете, то нет. Просто проходит человек к доктору и все, и получает свою схему препаратов и лечится. Пане Володимир, які є ще на сьогодні так проблеми ВІЛ-інфікованих? Якщо ми говоримо більше в контексті війни, третій місяць. Ну, у нас одна проблема на всіх, це дуже нехороший сусід, який з нами живе. Ну, вследствие этого... Да, по сути, проблем нет. Лекарств хватает, люди, которые выезжают, получают в полной мере терапию, люди, которые уезжают от нас туда, в Европу, тоже получают терапию для того, чтобы первое время проживания за границей не требовалось им обращаться. Но, тем не менее, мы предоставляем информацию о том, о сайтах, которые выдают бесплатно, тоже в Европе бесплатно выдают АРТ-терапию. Людям, приехавшим туда, тоже несложно, зная свою схему терапии, прийти на сайт и
получить ту же схему антиретровирусной терапии. Можете, будь ласка, трошки ближче до мікрофону. Я вас правильно розумію? Тобто ВІЛ-інфіковані, які поїхали за кордон, там також є для них підтримка, і ви надаєте їм інформаційну допомогу, так їх координуєте за кордоном. Да, конечно. Да, конечно. Человек, выезжающий за пределы Украины, уже, во всяком случае, с нашего региона, с нашего города, человек информационно подкован, он знает, где будет адрес сайта, на котором он будет получать препараты и далее, в любой точке Европы. Ще таке питання, чи зникає наразі проблема сприйняття або ж так дискримінації ВІЛ-інфікованих у суспільстві в нашому? Ви знаєте, потихонечку відтаєває советское представление об этом заболевании, об этой инфекции. Ну, я уже говорил, что инфекция эта перешла из разряда уязвимых групп, наркозависимых, сексуальных меньшинств, людей, работающих в коммерческом бизнесе, сексе. Из этих групп перешло в бытовую. Люди в основном сейчас половой путь передачи. Угу. Поэтому люди начинают читать. Если раньше это было клише, штампы сразу приклеивались человеку, если кто-то узнавал о том, что он имеет статус ВИЛ+, то сейчас уже люди начинают информацию черпать и информацию правильную черпать. Допустим, у нас на сайте мы разъяснительную работу ведем по этому поводу. Либо из каких-то источников, в которых уже более лояльно представлена информация по этому поводу. Якщо говорити глобально, то в світі менше ВІЛ-інфікованих. Динамика. Дело в том, что динамика увеличения, а не количество, она увеличивается все время, потому что вылечить, вывести этот вирус из организма на сегодняшний момент невозможно, его можно только купировать. Количество людей со статусом ВИЛ+, конечно, растет. Но и растет продолжительность жизни этих людей, и качество жизни увеличивается, то есть по сравнению с тем, как было раньше, какова была сложна эта терапия, то сейчас это одна таблетка каждый божий день, и люди вообще не чувствуют вообще изменений в своей жизни. Тобто одні пігулки вистачає, вона заміняє там декілька відразу. Це вже так зараз? Да, да, да. Раньше жменями пили таблетки, сейчас одна таблетка, вона трьохкомпонентна. Вірус купується, не дає попадати вірусу в організм. Ваняна, як ви вважаєте наразі, чи змінюється ставлення у суспільстві до ВІЛ-інфікованих? Да, конечно, потому что мы же работаем, и мы же рассказываем, что это не какие-то там люди, которых надо. Наоборот, их нужно поддерживать. Это хроническое заболевание. Почему с бронхитом к человеку нормально относятся, а к ВИЧ с ВИЧом нет? Они, в принципе, особо. Это ж просто человеку надо, когда начали нормально относиться к этим людям, люди начали выходить. О, нормально относится, значит, я пойду, наверное, лечиться. И это же и есть работа над купированием, да? Люди начали принимать лечение, люди начали купировать, и люди начали рожать здоровых детей. И, то есть, от этого и уменьшается риск. Что бы порадили людям, которые, например, умовно на найближчій акції ви решили піти протестуватися, і їх результат був позитивним? Що їм робити? Как реагировать? Во-первых, смотрите, если человека протестировали, то человека протестировали социальные работники. В данном случае мы, да? И мы человеку сразу же расскажем, что ему делать, и
как ему с этим жить. Мы рядом, мы никого не бросаем, поэтому жить нормально, полноценно. Просто надо прислушиваться и выполнять все рекомендации врача, и все будет хорошо. Понятно, чому це робите? Кожного дня допомагаєте? Ну, таке наше призвання, хто, якщо не ми? Пане Володимире, до вас таке ж саме питання. Здавалося просте, але насправді важливе для суспільства. Не знаю, може призвання. Ну, так сложилась жизнь, что пришел в сервис, и меня это увлекает, мне нравится, и мне нравятся результаты, которые мы достигаем. Ну, будем двигаться дальше. Как говорил наш руководитель, говорит, социальными работниками, говорит, ними не становятся, ними рождаются. Поэтому мы думаем, мы надеемся, что мы такие. Ми дуже дякуємо вам за те, що до нас прийшли сьогодні, і в цілому за вашу роботу, за вашу таку кропітку працю, яка насправді дуже допомагає жити далі людям, які мають ВІЛ-інфекцію. Це важливо, адже вони мають жити далі серед нас, бо вони такі, як ми. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Анна Ларченкова, соціальна працівниця громадської організації «Синергія душ» та, власне, соціальний працівник цієї ж організації Володимир Логуш. Говорили про те, що в Дніпрі до Дня пам'яті померлих від СНІД проведуть акцію, яка називається «Вбивають не лише постріли». Бережіть себе, своє здоров'я і все буде Україна!